Друзья, самый легкий планер в мире. Два человека его поднимает. Посмотрите, как это красиво смотрится. Называется он Spiro Hawk. Весит он всего лишь 70 килограмм. И летает со скоростью 240 км в час. Сделан полностью из карбона, кевлара. Причем это все горячего твердения. Очень легкое. Делала та же фирма, которая делала проект Перлан совместно с Airbus, который поднялся на 22,5 километра. Планер, который летал на 22,5 километра. Только не этот. Да, такой же, только другой. Вот такой вот красивейшая кабина. Замечательный парашют стреляющий. То есть пилота парашюта нет. Спасается весь планер целиком. Очень легенький, очень хорошее аэродинамическое качество, 37, реально огонь. И вполне обгоняет тяжелые планера вот такого класса иногда, то есть за ним не угонишься, потому что вот мой с 22-метровым огромным размахом долго-долго разворачивается, а этот крутится вокруг уха. Будем делать обзор.